Всім привіт, друзі, соучасники, гості моєго каналу. Сьогодні, короче, воскресенье. Спали ми сьогодні крепко-крепко, до 5 часов спали. Вот. І вирішили з'їздити в Ашан, что-нибудь купить, пожрать, потому що надо, короче, купить, пожрать. Вот. Нічого у нас не осталось. Сьогодні вихідний опять. Вчора були до обіду на роботі, сьогодні вообще вихідний. Поїдемо сейчас немножко в Ашан. Готовить неохота. Вот. Если нормальный хостел, если есть нормальная кухня, можно, конечно, готовить. Себе обычно я покупаю там какое-то мясо. Вот, в бедренке. Супермаркеты в Польше, сеть супермаркетов такой же, как у нас АТБ. У них тут бедренка. Вот, покупаю мяско. Всякие разные каши покупаю, вот, и варю себе сам. А то сегодня, конечно, неохота. Вон Ярослав уже. Готов, вышел уже, оделся. Тагил. Тагил. Вот, едем, короче, в магазин. Едем в Ашан, наверное, сейчас посмотрим. Там у них в Ашане есть кухня уже, готовая пища, но недорого. Дешево и сердито, скажем так, и вкусно. Мы обычно берем там какие-то курицу какую-то. Вот, там у них есть чвартки, есть удо. Такие еще... Короче, есть ноги, ляжки куриные, вот. Как у нас это называется, ляжки, и есть еще половинка ляжки, вот. Мы обычно это берем, если нет, то тогда берем целую курицу. Ну, сейчас поедем, посмотрим. Короче, не знаю, можно ли в Ашане снимать. Вот, поэтому буду вести такую слегка тайную съемку с рук. Поэтому не обессудьте, что трясется. Штатив я снял. Вот, буду с рук снимать. А с рук, конечно, немножко не то. С рук, конечно, немножечко не то. Все будет трястись, дрожать, дребезжать. И вот здесь тарелочки. Можно уложить корзинки вот так вот удобно, если вам не нужна большая тележка. И поехать на закупы. Thank you.
У Димончика, кстати, сегодня день рождения, поэтому может быть такое, что мы немножко сегодня будем выпивать угорячительные напитки. У Димончика хорошее настроение, улыбка от уха до уха, мы его поздравили сегодня. Так что такие делишки. Большой Ашан, мы обычно закупаемся в бедренках, но когда неохота нам готовить, то мы едем в Ашан, покупаем готовое. Мы сегодня спали до обеда, высыпались, отсыпались, поэтому неохота готовить. Идем купим себе готовое и не будем морочить голову. Можно и покушать сразу в Ашане. Медведь. Бородатый медведь. Всякие акции можно подешевле здесь купить. Промоция. Промоция. Это акция. Так, а ну пойдем посмотрим, что там сегодня есть у нас. Есть у нас ляшечки, удо нету, но ляшек есть достаточно, причем еще они в хорошем состоянии. Что там, ляшечки? Да, вон чварток где. Последний. Нема промолвки? Нема. Нема. Фасолька, капуста, лазанька. Что-то на месте сейчас поймать, или Маша на месте есть? Да, можно сейчас поесть. Я посолю здесь. О, да, я, наверное, так и думаю. Фасольки, да? Фасольки и чварточку, а я, наверное, клёциков. Вот эти вот клёцики. Тесто? Очень вкусные, да. Тесто вот это с колбасками такое. А! Рассказывай. Добрый. 4 чварки с собой на и едно тут, и так само фасольку, и будет. Это все? Это все.
не був кафе. Так, вот что у нас получилось. У нас получилось 5 ножек, 12,95, 13 злотых, короче, если это переводить на гривны, то это где-то приблизительно на 85 гривен, ну плюс-минус, посчитайте по 6,40, да, злотых, по 6,40, 6,50, ну короче, по 6,50 считайте в среднем. Вот. Потом фасолька получилась где-то на 20 гривен, ну и булочка там пару копеек. Вот, вот так вот это все выглядит. Вот это можно покушать тут и 4 ножки взять, это где-то на 2 дня мне хватит, гарниры подваривать, там рис какой-то, макароны, еще что-то. Ребята вон уплетают за обе щеки. Ярик, Ярик, на Яре. Ну все, друзья, будем кушать. Та-дам! Наелись от пуза и всего лишь за 25 где-то гривен, я уже посидел, посчитал приблизительно, где-то 25 гривен обошелся вот такой вот обед. Отлично, поехали дальше. Димончик там хочет немного скупиться, и сегодня будем пить виски с пепси колой. Виски, кола, королева танцпола. Вот это наш украинский менталитет, смотрите, вот видите, вот такое. Какой же нормальный менталитет. Там горіх всередині? Ой, чи ні? Ну, то, ти ж пробував. Ні, там не горіх, там типу горіх, але не такий. Ну, тобто, там куча 19, це я зрозумів, а там буває 49 років. Не взяли орехи в шоколаді, непонятно, що з ціною. Це не один, а другое совсем видает на весах. Короче, есть у меня тут любимые йогурты в Польше, но почему-то нету больших банок. Вот такие вот вкусные йогурты, называется Дуэт, и здесь два фрукта разных. Вот здесь клубника, киви, допустим. Вот, есть вот гуава, касмарелла, но это на абрикоску похоже. Короче, такие классные, они очень вкусные. Вот. И сейчас, кстати, на них скидка, поэтому можно взять. Вот, допустим, такой вкус вишня женьшень. Вот это я не пробовал, надо взять. И, наверное, возьму гуаву эту. Гураву. Вот. Должно быть очень вкусненько. Так, ну и обычно мы заканчиваем наши походы в магазины. Это покупкой стартового пакета для интернета. В Польше очень дорогой мобильный интернет. Вот. Что ты за пакет взял, Дима? Оранж. На тиждень. А что, нюшки нету? Нет. Нету? То я даже не буду тогда покупать. Так как нету? Вон есть нюшка, вон синяя. Ну, голубая вон. Голубенькая справа вон висит. Короче, сейчас расскажу вам, что почем.
Короче, смотрите, в Польше очень дорогой мобильный интернет, но есть один определенный выход. Вот, ты покупаешь за 5 злотых сим-карту, после ее регистрации вам дают 6 гигабайт на старт. Вот, или есть такой оператор тоже от Orange, это как у нас в Украине раньше был Kyivstar и Digius, называется он New, и дают на старт 10 гигабайт. Видите, вот 10 гигабайт на старт на 15 дней. 15 дней это вполне достаточно для того, чтобы использовать этих 10 гигабайт. Приблизительно у меня лично уходит больше гигабайта трафика в день. Вот, поэтому это самый нормальный, оптимальный и дешевый вариант. Если у вас вот телефон, так как у меня Xiaomi, там у вас есть возможность вставить две сим-карты, одну симку у вас вы как постоянную используете, и одну чисто под интернет меняете постоянно. Вот 4 злотых, это получается 30 гривен, 10 гигабайт трафика, но это очень дешево. Это 3 гривны гиг, ну блин, это, я считаю, что это дешево. Димончик не доглядел, купил 6 гигабайт за 5 злотых оранжа. А если уточнить, что оранж лучше, а ловить? Одно и то же самое. Это New, это дочерняя компания Orange. Вот. То есть сеть они используют одинаковую. Я так понимаю, что хитрый Orange просто-напросто нашел возможность, как минуя законодательные ограничения, продавать дешево интернет-трафик. Вот таким вот способом. Создал дочернюю компанию, по 4 злотых продают вот 10 гигабайт. И сколько я не покупал этих пакетов, ну, я не знаю, ну, много. Там в месяц может до 6 доходить, до 7 пакетов. И все равно регистрации проходят, интернет выдается, 10 гигабайт. Есть приложение, через которое вы можете следить, сколько у вас, какой у вас расход гигабайт. Очень удобно. Вот. А на самом Orange уже, как вы видите, только 6 гигабайт дают. Я так понимаю, это обусловлено законодательством, потому что у нас в Украине тоже вроде как бы есть безлимитные тарифы, но нету, получается, совсем безлимитных. Там в день дается 3 гига, вот, в день дается 3 гига, а потом скорость опускает до такой, что невозможно пользоваться. Вот. Поэтому покупайте пакеты New за 4 злотых, 10 гигабайт трафика вы получите, этого достаточно. Ну, я не знаю, мне на 7-8 дней хватает, очень даже приличная такая, приличное количество интернета. Вот обычно в таких сигаретных киосках, ларечках это все продается. Все, скупились мы, поехали мы домой, друзья. Вот, еще выезжали, короче, а тут целый мешок грецких орехов стоит, никому не нужный. Ну, мелкий, конечно, но бывает мелкий, но со шкуркой, тонкой шкуркой, и очень даже неплохо, вкусные бывают. Ярик, пристегни ремень. Едем, короче, домой. Скупились курочки, сим-карты, я себе там туалетную воду купил, и едем домой. Ну что, такие, короче, у нас сегодня получились покатушки в воскресенье. Идем мы домой и будем уже отдыхать. Еще будем вот это? Ну, посмотрим, может... Да? Ну, хорошо, поснимаем тогда еще, как мы отдыхаем в день рождения Дмитрия. Ну что, друзья, поздравляем мы нашего Дмитрия с его днем рождения. Желаем ему всего-всего здоровья, успехов по жизни. Семья, чтобы у него крепкая была, чтобы детишки слушали, жена, чтобы любила. Ну и для мужика самое главное — это денег, пачку и крутую тачку. Поехали. Ура! Постарил. Купили бутылочку вискарика, пепси-колки, курочки с Ашана. И посидим сейчас, немножко отдохнем. А вы за тем временем подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. На все комментарии, как всегда, отвечаю.
Вот, кому что интересно у жизни в Польше, как здесь, что здесь, все спрашивайте в комментариях, на все вопросы отвечу. Ну и не забудьте поставить колокольчик. Все, всем пока-пока. Что держишь? Что держишь, морда?